вас приветствую сегодня на этом саммите. Саммите наград. Саммите, на котором Бог, Он уже творит чудеса по всему миру. Сегодня Дух Святой будет совершать свою работу. Сегодня Он совершает действие своей благодати. Друзья, послушайте, благодать Иисуса Христа – это Его действие, независимо от наших дел. Писание говорит, независимо от дел закона, независимо от дел помазания пришло. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Независимо от дел закона, явилась благодать, сильное помазание приходит. По всему миру сейчас это помазание, Боже мой, аллилуйя. Помазание, Боже мой. Аллилуйя. Дух Святой, я прошу Тебя. Давайте все встанем сейчас. Помазание. Поприветствуйте сейчас Духа Святого. Дух Святой. Ты мой друг, Дух Святой. Сегодня Твое время явления благодати. Сегодня Дух Святой подтверждает чудесами и знамениями. Это слово благодати, это Евангелие благодати Иисуса Христа, которое Он даровал нам. Он даровал нам свое личное благословение, свою личную праведность. Она дана нам, чтобы сегодня каждый из нас, мы уповали на благодать. Уповайте на благодать. Петр говорит, уповайте на благодать. Наподаваемую вам благодать, дорогие друзья, в этот момент твоей ситуации. Ой, помазание увеличилось сильно очень. Тач! О, мой Дух Святой, аллилуйя, аллилуйя. Подаваемая благодать. Петр говорит, совершенно, его слова я цитирую, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. О, мой Бог, явление Иисуса Христа. Подаваемую вам благодать сегодня, сейчас. В твоей ситуации, там, где у тебя боль, подаваемая благодать, совершенно уповай на подаваемую вам благодать. Подаваемую вам благодать. Аллилуйя. Дух Святой. Прямо сейчас, дорогие друзья, там, где сейчас была боль, там, где сейчас была душевная боль, там, где сейчас была боль в теле, там, где была боль, благодать является. Действие Духа Святого – это и есть благодать. Действие Духа Святого движется по благодати Иисуса Христа. Сейчас, в этот момент, прямо сейчас, скажи, я прямо сейчас уповаю на подаваемую мне благодать. Аллилуйя. Сейчас начнется движение Духа Святого, друзья, в освобождение. Освобождение от демонов и бесов, которые терзали ваши души, терзали ваши тела. Дух артрита оставляет колено сейчас. И также ноги, лодыжки прямо сейчас, в этот момент. Тазобедренные суставы исцеляются. Артроз уходит прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Задышка у человека была. Этот демон, который перекрывал дыхание прямо сейчас. Есть человек, которому ночью приходил дьявол. И конкретно демон давил вам на грудь. Вы застывали, вы немели. Вы немели ваши мысли. Прямо сейчас полная свобода, это проклятие разрушено, наведенное проклятие на ваш дом, на вашу семью. Разрушено прямо сейчас. Во имя Иисуса помазание Божье действует. Аллилуйя. Вот Дух Святой. Дух смерти, это был дух смерти конкретного. Он уходит сейчас во имя Иисуса. Проклятие, наведенное проклятие на диабет. Прямо сейчас, болезнь диабет, это было наведенное проклятие на вас. Разрушено прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Дух Святой. Дух Святой, аллилуйя. Сейчас от помазания распадается всякое ярмо. Примите помазание. Тач! Коснись! Аллилуйя! Сила Божья! О, мой Бог, аллилуйя! Прямо сейчас, в этот момент, сила Божья движется по всему миру. По всему миру сейчас. Сила Святого Духа сейчас движется. Разрушается наведенное проклятие на смерть. Прямо сейчас наведенное проклятие на смерть. Наведенное проклятие на развод разрушается сейчас. Во имя Иисуса Христа вашу семью сейчас оставляет этот демон, который дерзал. Прямо сейчас боль в груди у кого-то прямо сейчас сильная. Этот демон, он цепляется, но он уходит сейчас. Полная свобода во имя Иисуса.
Аллилуйя! Помазание, друзья, движется. Помазание движется. Помазание движется. Помазание движется. Помазание движется. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Есть человек, у которого проклятие конкретное было, и к чему не прикасались твои руки. Все сразу портилось, все сразу портилось. Прямо сейчас, в этот момент, это проклятие разрушено. Господь благословляет твои руки. Господь благословляет действие благодати сейчас на твоих руках. Ой-ой-ой, помазание пришло сильнейшее. Аллилуйя! Качись, качись, качись. О, мой Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сила Божья движется. Посмотрите, что делает Бог сейчас. Сила Божья движется сейчас. Тач! Свобода, 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 свобода. Свобода, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже, 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 Боже. Дух Святой. Коснись, коснись, коснись. Люди сейчас под помазанием падают, лежат по всему миру. Прямо сейчас движение Духа Святого. Коснись, тач. Мой Бог, аллилуйя, аллилуйя. Разрушается проклятие сейчас, это родовое проклятие, язва желудка, которая шла по роду прямо сейчас. Это проклятие разрушено, это проклятие разрушено. Человек исцеляется, у которого был цирроз печени. И также есть человек еще один, который исцеляется, у него конкретно гепатит С, который съел его печень. Прямо сейчас кровь исцеляется, печень исцеляется в этот момент. Новая печень, новая кровь, аллилуйя. Действие благодати, ноги исцеляются. Бабушка это получает исцеление сейчас своих ног. Бросайте костыли, бросайте свои палочки, бросайте свои ходунки, бросайте свои инвалидные кресла. Поднимайтесь и идите во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Делайте то, что я говорю сейчас. Силою Святого Духа прямо сейчас. Какое помазание сейчас, какое помазание. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой. Душевная боль сейчас оставляет женщину, у которой именно личная жизнь, связанная вот именно личная, личная сфера, интимная сфера. Как женщина, прямо сейчас вынесли боль десятки лет, прямо сейчас. Это проклятие разрушено. О, помазание пришло сильно сейчас. Проклятие разрушено. Проклятие разрушено, которое было высвобождено вашим мужем. Это был первый муж, который принес это проклятие, который принес эту боль. Прямо сейчас это проклятие разрушено. Во имя Иисуса Христа, ты благословенная прямо с этого момента. Ты благословенная с этого момента. Ты благословенная с этого момента. Аллилуйя. Твоя личная жизнь благословляется сейчас. Твоя личная жизнь благословляется. Сейчас. Твоя личная жизнь, о, друзья, помазание невероятное сейчас здесь. Аллилуйя, по всему миру сейчас эта сила. Сила, 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 сила. Аллилуйя, 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 сила. О, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Сила сейчас в этот момент. Личная жизнь благословляется, личная жизнь благословляется, исцеление. И мужчина, молодой парень, до 30 лет исцеляется, и очень серьезная проблема с простатой. Прямо сейчас полное исцеление предстательной железы. Еще исцеление. Пошла волна исцеления предстательной железы прямо сейчас. Простата исцеляется сейчас. Онкология уходит, аденомы уходят прямо сейчас. Все обострения уходят полностью. Новая простата, движение, волна пошла. Аллилуйя, движение исцеления, аллилуйя. Исцеление сейчас женских органов, матка, шейка матки. Прямо сейчас полное исцеление, придатки, полное исцеление сейчас. Исцеляются яичники, исцеляются сейчас. Кисты уходят. Пошло движение исцеления, освобождение от кист. Принимайте полное исцеление прямо сейчас. Положите руку на больное место. В этот момент сила Святого Духа. Аллилуйя. Будь исцелен. Тач. Многие люди просто падают под силой. Падают под силой, потому что сила Божья сейчас движется. Сила Божья сейчас движется. Сила Святого Духа. Аллилуйя. Тач. Будь исцелен свой. Будь исцелен. Твоя болезнь взята на крест. Твоя болезнь взята в Иисуса. Твоя болезнь взята в Иисуса. Твоя болезнь взята в Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. О мой Бог, тут такое помазание, друзья. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Дух Святой, я молю тебя. Кровью Агнца прямо сейчас. Да будут разрушены все проклятия женских болезней. Прямо сейчас. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Кровь Иисуса Христа сейчас разрушается, и в груди сейчас исчезают опухоли. Исчезают сейчас все абсолютно, мастопатия, все затвердения, все абсолютно исчезает. Прямо сейчас. Прямо сейчас я говорю еще раз режиссеру в Киеве, включи людей, которые стоят с камерами на сцене. Пусть они сейчас показывают трансляцию прямо сейчас во имя Иисуса Христа.
Мой Бог, во имя Иисуса, Боже мой, аллилуйя, Дух Святой, я молю Тебя. Боже, Боже, Дух Святой, я прошу Тебя прямо сейчас кровью Иисуса Христа, пусть будет сокрушен дьявол во имя Иисуса, наконец-то, Боже мой, Боже мой, Боже мой, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Друзья, сейчас исчезает болезнь кишечника, геморрой. Пошло движение исчезновения. И полностью все шишки, все раны, полностью все вены, все исцеляется. У кого был геморрой, прямо сейчас волна исцеления от геморроя. Волна исцеления от геморроя, прямо сейчас. Волна исцеления от геморроя. Прямо сейчас. Фу, тач, касис. Сила, 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 сила. Рак кишечника уходит сейчас, друзья. Пошло движение сейчас, аллилуйя, исцеление от рака в кишечнике. Исцеление от рака в кишечнике, конкретно, кишечник исцеляется от рака. Все опухоли в кишечнике, все исчезает во имя Иисуса. Я вижу женщину, которая уже делала операцию, а была операция, и была одна операция, потом вторая серьезная операция, и все равно все продолжается. Прямо сейчас вы исцелены, силой Святого Духа, вы исцелены, аллилуйя. По странам пошло движение, по всему миру исцеление от рака в кишечнике. Исцеление от рака в кишечнике. Прямо сейчас опухоли исчезают. Раковые клетки исчезают. Геморрой даже исчезает. Все исчезает полностью. Все исчезает во имя Иисуса. Полное исцеление от рака. Движение Духа Святого. Исцеление от рака в кишечнике. Аллилуйя. Исцеление от рака пошло прямо сейчас. Это касается шейки матки. Матки прямо сейчас. Полное исцеление. Полное исцеление. Также печень сейчас. Пошло движение исцеления от рака. Прямо сейчас. Рак желудка. И уходит сейчас в этот момент. Рак костей. Аллилуйя. Движение Духа Святого сейчас. Боже мой, я прошу Тебя, Боже, я вижу свою славу. Прямо сейчас, друзья, не обращайте внимания ни на что. Сила Святого Духа будет двигаться. И здесь Дух Святой через меня контролирует сейчас. И Он действует сейчас, чтобы люди были исцелены. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Халлилуйя. Роба санта лора башидала басанда лера гашида. Урабакадала санта лора багашидала санта лера багашида. О мой Бог, халлилуйя. Халлилуйя, халлилуйя. Растоляра маханда. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой. Я вижу свое могущество, я вижу свое могущество. Сейчас движение пошло, друзья. О, сейчас только что Дух Святой коснулся кого-то. У кого в голове конкретно жидкость. Там у вас аденома. Там у вас проблема. Прямо сейчас. И ребенок исцеляется в этом мгновении. Прямо сейчас. Силой Духа Святого. Друзья, через телевидение сейчас сила Божья движется. Через телевизор. Прямо сейчас. Через телевизор. Сила Святого Духа движется, чтобы вы были исцелены. Аллилуйя. Помазание, 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 помазание. Помазание, помазание. Помазание, помазание. Бесы, оставьте людей, оставьте людей, оставьте людей. Сейчас духи онкологии оставляют. Родовое проклятие онкологии я разрушаю во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. И вы должны знать, каждый раз, когда я произношу эти слова, каждый раз Дух Святой сказал, Он будет исцелять больных, полностью освобождать их от наследственного родового проклятия онкологии. Прямо сейчас родовое проклятие онкологии я разрушаю. Проклятие рака я разрушаю именем Иисуса Христа. Аллилуйя. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, аллилуйя. Роба санто ла раба шито ла рама санда. Леса ла рама. Аллилуйя. Дух Святой, аллилуйя. Мой Бог, мой Бог, мой Бог, мой Бог. Сила, 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 сила. Сила, сила, сила. Сила, 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 сила. Гоу! Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Смотрите, бесы выходят. Бесы покидают людей. Через телевидение. Бесы покидают людей. Бесы покидают людей. Мой Бог, аллилуйя! О, Дух Святой! Рак уходит. Проклятие рака. Друзья, сегодня движение Духа Святого. В этот день саммита. Проклятие рака разрушено. Проклятие рака разрушено. Родовое проклятие рака разбито во имя Иисуса. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Проклятие рака разбито. Смотрите, проклятие рака разрушается. Проклятие женских болезней, женской боли. Личная жизнь. Исцеление, личная жизнь. Личная жизнь, которая была свернута. Которую держал, я вижу, черный кулак. Прямо сейчас этот кулак разбит и рассыпался. Вы раскрываетесь, и там ваша жизнь как цветок раскрывается. Аллилуйя. Сила Святого Духа. О мой Бог, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Вот оно действие благодати. Сила пришла. О Боже, такая волна помазания. Благодать, только я говорю это слово, сила сходит. Благодать, благодать, незаслуженная благодать. Незаслуженная благодать. Незаслуженная благодать льется рекой, подаваемая тебе в твоей жизни. О-о-о-о!
Благодать, незаслуженная благодать льется рекой, аллилуйя. Сейчас Господь изымает, я вижу руку, которая вытягивает из груди прямо, руку ангела. Это руки Духа Святого. Я вижу руки Духа Святого, две руки. Я вижу другую женщину, которая рука ангела вытягивает прямо из души вытягивает, как будто бы что-то было помещено туда. Это что-то как земля с кладбища. И как будто бы это то, что было физически помещено, было духовно внутрь вас. Вы носили в себе смерть относительно себя, как женщины, личной жизни. Сейчас полное исцеление приходит. Приходит то, что Бог вложил в вас. Сила Божия на мне сейчас. Аллилуйя! Помазание. Аллилуйя. Молодые девушки исцеляются сейчас. Я вижу молодую девушку, которая наследственно передо мной это. Наследственно, как будто бы такая колба, друзья, в которой насыпано разные какие-то страшные, какие-то корявые вещи, корни чего-то, какие-то с землей, с какой-то глиной, смесью зеленой и что-то такое подобное. И прямо сейчас это то, что передавалось по роду, прямо сейчас разрушается это проклятие на личной жизни, разрушается проклятие болезни, разрушается проклятие на ваших яичниках, матке, шейке матки. Прямо сейчас в груди никаких опухолей. Полностью сейчас пошла волна исцеления, полностью исцеляются. Аллилуйя. О, Дух Святой. Touch! О, Дух Святой, аллилуйя. Кровью Иисуса Христа сейчас я лишаю дьявола всякой власти. Кровью Иисуса Христа я лишаю дьявола всякой власти над твоей жизнью. Положи руку на себя прямо сейчас. Я говорю в твою жизнь. Кровью Иисуса Христа, кровью Анза, я лишаю дьявола всякой власти над твоей жизнью, кровью Иисуса Христа, Сына Божия, во имя Его, чего не попросите, будет вам, я говорю, во имя Сына нашего Бога, Великого Творца, Иисуса Христа, Сына Божьего, сила Духа Святого, высвободись на них, помазание, аллилуйя, полное исцеление, я еще раз говорю, в груди исцеляется все полностью, шейка матки исцеляется полностью. Сегодня те женщины, у которых проблемы были после родов, прямо сейчас полное исцеление. Разрушено проклятие, которое было через аборты. Сейчас разбито благодатью Божьей. Принимайте прощение, принимайте исцеление. Просто принимайте сейчас полное действие благодати на свою жизнь. Действие благодати Духа Святого. Дух Святой, Его благодать. Аллилуйя. Рак уходит. Диабет уходит. Я молюсь за детей сейчас, потому что сила Божья пошла. Даун. Конкретно этот синдром сейчас исчезает. Исчезает. Те дети, которые отставали в развитии, все это исчезает. Вы будете самыми продвинутыми. Родители, слушайте пророчество. Дети. Дети, слушайте, которых было слабое развитие, будут самыми развитыми детьми. Самыми развитыми. Они будут вундеркиндами. Я сегодня говорю вам, я пророчествую вам. Аллилуйя. Сегодня действие благодати действует на детей. Помазание, друзья. Вау! Помазание! Дети исцеляются. Мне за диагноз ДЦП. Отменяется диагноз ДЦП. ДЦП отменяется во имя Иисуса. Церебральный паралич исчезает. В мозгах везде. Сейчас происходит трансформация. Дух Святой творит чудеса. Он совершает свои чудеса для родителей, для детей. Он совершает сейчас. Сейчас я вижу пару, и муж, он сильно влечение сейчас имеет к своей жене. Это чудо. Муж совершает сейчас. О, Боже, Бог совершает у мужа. И у вас было отчуждение, потому что на вас колдовали, вам завидовали всю жизнь. Это длится уже 25 лет. Послушайте, за сегодня чудо. Сегодня это проклятие разрушено. И то, что было удержано, сейчас высвобождается со всей силой у мужа влечения к своей жене. И это чудо. Бог обновляет все, как у Авраама у Сары. Аллилуйя, любовь. Любовь приходит в ваш дом.
Я говорю какой-то семье, еще одна семья, которые не могли прикасаться друг к другу, которые просто терпели ужас от этого. Просто у вас было неустройство, потому что вам завидовали. Конкретно это пришло по линии жены. Прямо сейчас это проклятие. Бог мой, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Господи, да явится слава Твоя, да явится слава Твоя, да явится слава Твоя, да явится слава Твоя. О, мой Бог, мой Бог, мой Бог, аллилуйя! Разрушено проклятие отчуждения. Разрушена эта стена. Я видел стену только что. И она рухнула между мужем и женой. Она рухнула между мужем и женой. Она рухнула между мужем и женой. Также мать, которая не могла терпеть. У вас несколько детей, трое конкретно. И вы не можете одного из них терпеть. Вы не можете, у вас как будто бы что-то происходит. Сейчас прямо это проклятие разрушено. Оно было наследственным. Это то, что вы переживали. Сейчас это проклятие разрушено. И приходит любовь. Приходит помазание на ваши отношения. Аллилуйя. Ребенок маленький еще. Аллилуйя. Аллилуйя. Я просто в шоке. О, Боже, да что ж происходит, Боже мой. Аллилуйя. Бог творит чудеса. Бог творит чудеса. Бог творит чудеса, Боже мой. Аллилуйя. Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже, ты благ. Боже, ты благ, Боже, благ, Боже, ты благ. Движение Духа Святого идет, друзья. Сейчас наведенные проклятия, которые были на кладбище. Прямо сейчас, вот это массово сейчас рушится. По всему миру. По всему миру сейчас проклятия на кладбище. Проклятия, которые были во время похорон. Я конкретно вижу церемонию. Я вижу, как вы принимаете что-то и едите. Я вижу разные картины, как сыпят землю, просто кидают вам вслед. Вы идете и просто вам вслед бросили землю. Я вижу, как за шиворот бросают землю. Я вижу сейчас, как вам дают землю. Я вижу сейчас, как вещи, которые были просто спокойненько, конкретно. Эти веревки, и не только веревки, я вижу вещи, которые были отрезаны прямо с одежды покойника. И они были подвязаны вам, они были подшиты вам в одежду. Прямо сейчас это все разрушено. Разрушено, разрушено, разрушено. Земля, которая стыбилась под порог, разрушена, под ковры, разрушена. Я вижу разные картины сейчас. Дух Святой разрушает сейчас. Массово проклятие. Ваш дом наполняется миром. Многие люди сейчас чувствуют эту силу. Прямо на сцене поднимите руки сейчас. Поднимите руки все вокруг, по всему миру, поднимите руки. Примите сейчас полную свободу от всех демонов и бесов и помазания. Аллилуйя! Дух Святой, наполни! Тач! Коснись! Коснись! И сила сейчас движется. Тач! 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 О, многие люди не могут даже стоять, потому что сила Божья движется. Тач! 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 Коснись! Прими помазание прямо сейчас. Подними руки и прими помазание. Коснись, Дух Святой! Тач! Боже мой! 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 Те люди, которые не могут даже устоять, друзья, те люди, которые не держатся на ногах, сила Божья на вас, сила Божья на всех сейчас. Забудьте обо всем, где вы находитесь, пусть сила Божья движется, пусть сегодня совершается чудо, пусть сегодня совершается чудо, пусть сегодня совершается чудо. Тач! Демоны оставляют тела. Духи эти нечисто оставляют. Артроз, астма сейчас уходит. Туберкулез, ковид. Сегодня я говорю эти слова в духе, я теку в духе. Сегодня Господь, Он творит чудеса, творит чудеса. Он творит чудеса. По всему миру сейчас идет движение, движение, движение. Теперь там люди стоят, сегодня тысячи людей, у которых пустота внутри, потому что бесы ушли. И сейчас дом ваш должен быть занятым Духом Святым. Прямо сейчас поднимите руки. Я молюсь за наполнение Духом Святым. Вы можете почувствовать, как вы станете пьяными, пьяными от Духа Святого. Вас будут качать, возможно, вы упадете. Это нормально, сила Божья. Возможно, смеяться начнете. Помазание пусть сейчас наполнит вас. Я молюсь на раз, и два, и три. Я говорю раз, два, три. Помазание наполни! Коснись! Аллилуйя!
Мир наливается в сердце. Мир, покой, радость. Это то, что наливается в сердце сейчас. Это то, что наливается в сердце сейчас. Благодать Иисуса Христа. Скажите со мной прямо. Пусть будет этот акт с этого дня. Я не живу. Я не живу, достигая Бога своими делами. Я живу верой в благодать. Я живу верой в благодать. Я совершенно, скажи со мной, совершенно уповаю на подаваемую мне благодать. Я совершенно уповаю на подаваемую мне благодать. Аллилуйя. Я совершенно уповаю на подаваемую мне благодать в явлении моего Иисуса Христа, моего Спасителя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Примите благодать, примите благодать, примите благодать. Примите благодать. О, примите благодать, мой Бог, аллилуйя. Возвеличен Ты, достоин, достоин, велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу из сердца своего. Великий славен наш. Все вместе давайте споем Ему. Возвеличенный, достоин славы Ты. Да, мой Бог, наш Бог на троне. Скажи сердце Ему, Его присутствие на троне Твоего сердца. О, великий славен наш Господь, возвеличен, возвеличенный, достоин славы Ты, велик наш Бог на троне, поем Тебе. Спасибо за исцеление от рака. Спасибо Тебе. Слава, мой Бог, слава Отцу Божьему. Боже мой, аллилуйя! Сердце своего. Все вместе споем Ему. Великий славен наш Господь. Возвеличен Ты, достоин славы Ты. Велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу сердце своего, великий славен наш Господь. Да, мой Бог, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Сегодня разрушены проклятия рака. Сегодня разрушены проклятия
этой родовой онкологии, сегодня разрушено проклятие диабета, разрушено проклятие в личной жизни, все наведенные эти порчи, наговоры, там, где были привороты, отвороты, это все сегодня разрушено. Я сейчас увидел в духе, как кровь добавлялась из женских циклов, прямо добавлялась в чай, добавлялась в борщ. И сейчас человек этот освобождается. Ты был пленен, ты был рабом. Сегодня ты свободен. Ваша жизнь изменена. Сегодня новая жизнь, сегодня новая жизнь. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Помазание сейчас движется по всему миру, друзья, по всем странам. Сегодня наш саммит. Это время новой жизни. Вы должны прямо сейчас, дорогие друзья, остаться в этом помазании. Остаться. И сейчас время, когда мы будем просто словом свидетельства побеждать дьявола. Мы будем просто свидетельствовать о том, что происходит со всех стран. Просто свидетельствуйте. Свидетельствуйте, что вы пережили. Сегодня люди оставляли костыли, палочки, коляски. Сегодня люди есть, которые поднялись с кроватей. Сегодня есть люди, у которых исцелилось сердце полностью, сердечно-сосудистые заболевания. Это то, что уничтожено сегодня. Бог убрал это проклятие. Это родовое проклятие было, инфаркта, инсульта. Этот дух-убийца шел по вашим следам. Но сегодня он изгнан вон. Дьявол осужден, он не за закон нашел, он изгнан вон сегодня действие благодати, подаваемая вам благодать. Принимайте исцеление от гипертонии, принимайте исцеление. Прямо сейчас, принимайте исцеление. Ох, помазание пришло, аллилуйя, помазание пришло, Боже мой. Принимайте, Боже мой, сегодня время. И в этот момент действие благодати, вы начинаете понимать, что такое благодать, она не связана с вашими делами, даже если все совсем плохо, но вы подаете подаваемую благодать, не отвергайте ее, а благодать — это дар, нельзя ни в коем случае подумать, что я исправлюсь и приму ее, это уже не будет благодать, это будет по делам. Нет, сегодня принимай, благодать тебя исправит, благодать тебя изменит, благодать сделает тебя счастливым. Благодать. Аллилуйя. Боже, что происходит? Какая благодать действует мощная. Сила Божья по всему миру действует сейчас, прямо через телевизор. Мне не нужно находиться сейчас на какой-то сцене, друзья. День и ночь помазание сходит на меня. День и ночь, с кем бы я ни разговаривал. Люди, которые не знают даже нашего языка, и мы не знаем его, их языка. Все встречаются со мной, и у всех сила. Некоторые падают прямо. Сила Божья умножилась. Друзья, после всех испытаний сила Божья умножилась. И это только начало. Умножается каждый день. Я говорю, сейчас помазание приходит, Боже мой. Вы чувствуете это? Помазание прямо здесь. Оно такое сильное. Оно обрушивается. Оно не приходит, оно обрушивается прямо. Оно обрушивается. Вы это почувствовали везде, по всему миру. Оно обрушивается. И это просто начало. Начало. Представьте себе, это начало. Что же будет? Мертвые будут вставать с гробов. Мертвые будут подниматься. Я пророчествую. Мертвые будут подниматься. Умершие дети. Умершие взрослые. Умершие. Те, которые после аварии. Умершие будут подниматься живыми. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что сегодня Бог изымает рак. Сегодня в это время Бог изымал рак самых тяжелых стадий. Массово пошло движение. И это продолжается, друзья. Сила Божья сейчас идет, Дух Святой. И он просто мечом своим. Это Слово Божье. Рубит просто. Он убирает рак. Он убирает смерть. Он убирает сейчас. Сердечно-сосудистый убирает инфаркт, последствия инсульта убирает. Люди сегодня исцеляются. Паралич ходит. Полное исцеление. Аллилуйя. Лицевые части, руки, ноги, все исцеляется. Аллилуйя. Женщина, у которой сепсис после наркотиков, сейчас полностью исцелена. Еще один парень, который также исцелен. И сейчас исцеляющая сила двинулась в освобождение от наркотиков. Прямо сейчас освобождение от наркотиков. Освобождение, это дух наркомании. Вы начинаете плакать. Слезы. Бес выходит. Демон выходит прямо сейчас. Полная свобода от наркотиков. Полная свобода. Зависимости рушатся. Игромания рушится. Наркомания рушится. Алкоголизм прямо сейчас. Ба! Уйди вон! Я прямо сейчас связываю дух алкоголизма. Изгоняю вон. Прямо сейчас я связываю дух наркомании. Изгоняю вон. Прямо сейчас дух игромания связываю. Изгоняю вон. Клептомания. Прямо сейчас я связываю тебя. Изгоняю вон. Во имя Иисуса. Рабство и зависимость сейчас это не твое. Подаваемая тебе благодать в освобождение. Аллилуйя. В освобождение. Кого-то бес выходит. Кашель, рвота. Знаете, вот это все по-разному бывает. Послушайте, слизь даже. Бывают какие-то животные выскакивают. Да, в самом деле это правда.
Скорпионы выпадают, крысы выпадают, послушайте, медузы выпадают, послушайте, я все это видел своими глазами, слушайте, это все нормально, пусть они уходят. Материализация духовного мира, друзья, сегодня вы освобождаетесь, вы выкашливаете землю, вы выкашливаете какую-то грязь бывает. Послушайте, сегодня свобода приходит, сегодня свобода, Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, сегодня проклятие нищеты разрушается. Сегодня подаваемая тебе благодать, подаваемая благодать, подаваемая благодать. Нет больше проклятия, благословение приходит, аллилуйя. О, мой Бог, аллилуйя, аллилуйя. Вау, помазание пришло. Ай-яй-яй-яй-яй. Исцеляй сокрушенных сердцем, Дух Господень помазал меня. Благословеннейший, послал меня, я послан к тебе. Я послан к тебе, прими меня как посланника. Исцеляй сокрушенных сердцем. Сегодня твое сердце исцелено. Твоя личная жизнь исцелена. Твоя душа исцелена. Сегодня сердце, которое было разбито болью, исцелено. Аллилуйя. О, мой Бог. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. Я сегодня послан рассказать тебе об освобождении, о том, что все, все, теперь ты свободен. Ты свободен. Написано, и узникам открытия темницы возвестить сетующим на Сионе. Возвестить. О, мой Бог. Аллилуйя. Лето Господне было приятно, приходит в твою жизнь. Была тьма, была боль, была горе. Саммит сегодня останавливает тьму, останавливает боль. Саммит сегодня ускоряет все. Он делает все. Бог сегодня делает свою работу. Даже в долине приходит свет к тебе. Даже в долине ты начинаешь видеть, что Господь с тобой. О, его жезл, его посох. Он рядом с тобой. Аллилуйя. Вот сегодня, сегодня лето Господне было приятно, наступает в твою жизнь. Нас Бог собрал для этого, чтобы лето Господне наступило. Сегодня день мщения. Сегодня ты увидишь справедливость, та, которая тебя мучила внутри, что-то терзало тебя, когда ты смотрел, когда ты видел, как нечестивые жруют. Послушай, как они поступают, послушай, как они с тобой поступили. Но день мщения приходит, чтобы утешить сетующих на сегодня, чтобы показать, что Бог есть, и Он живой, Он справедливый. И Он говорит, что это праведно пред Богом. Павел говорит, послание Фессалоникийцам. Оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам отрадою, отрадою в день Господа Иисуса Христа. И вот он этот день, аллилуйя. Сегодня Дух Святой пришел, сегодня Он дает тебе отраду, сегодня Он дает тебе отраду. А все, кто заслужили что-то, послушай, и ты понимаешь, и все люди смотрят на это, соблазна не будет, запомните, дождитесь, увидите. Каждый раз Бог будет показывать тебе, что Он следил за тобой, что Он все допустил, потому что хотел тебя поднять, чтобы ты сумел всех простить, и чтобы в то же время ты увидел, что Бог жив. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Сегодня лето Господне было приятное. Сегодня вместо пепла дается украшение. Я говорю тебе, вместо пепла. Пепел? Ты говоришь, пепел? А я говорю тебе, остановись, украшение Бог дает вместо пепла. Подаваемая тебе благодать, вот она. Подаваемая тебе благодать, помазание, аллилуйя, такое сильное здесь, аллилуйя. Вау! Вместо плача, вместо твоих слез души, рыданий, срыва, сегодня приходит елей радости! Аллилуйя! О, Бог мой! Елей радости! Слезы радости! Вместо слезы печали! Елей радости! Елей радости! Я говорю в твою жизнь, прими его сейчас! Я послан исцелять сокрушенных сердцем! Я помазан Духом Святым! Я говорю, прими елей радости! Елей радости! Елей радости! Вместо плача, елей радости! Аллилуйя! Вместо унылого духа! Вместо того, что ты уже ходишь в депрессии годы! Ходишь уже месяцы, годы, может, десятки лет. Он говорит, славная одежда. Он переодевает тебя. Ты не в силах даже снять ее. Ты не в силах что-то сделать. Дух Святой, ангелы Божьи, я вижу, как они переодевают тебя. В эту славную одежду. Аллилуйя. Назовут тебя сильным правдою. Насаждением Господа во славу Его. Ты будешь пользоваться достоянием народов. И славиться славой их. Аллилуйя. О, аллилуйя, 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 мой Бог, аллилуйя, 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 аллилуйя.
Тебе, Господь, за пророчество, которое Ты высвободил сегодня в жизнь каждого. Спасибо Тебе за все исцеления, которые Ты высвободил. Спасибо за подаваемую благодать, которую мы сегодня принимаем. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя.